Тупые стрижкодрачёры пытаюсь зацензурить. Не знает, кем была русская актриса Ольга Чехова. Мемуары актрисы Ольги Чеховой, любимицы Гитлера. Мои часы идут иначе. Она вспоминает такой диалог с Геббельсом. В этот момент Геббельс обращается прямо ко мне. А ведь у нас за столом эксперт по России, госпожа Чехова. Не полагаете ли и вы, сударыня, что эта война закончится еще до наступления зимы, что на Рождество мы будем в Москве? Нет, односложно отвечаю я. Геббельс сохраняет невозмутимость. Почему же нет? Наполеон тоже недооценил расстояние в России. Между французами и нами есть разница, иронично улыбается Геббельс. За нами поддержка русского народа, и мы идем как освободители. Большевистская клика будет сметена гигантской волной революции. Странно, этот Геббельс восхищается Достоевским, спокойно беседует с Чеховой. Ниже русский, не пи***. Все становится на свои места, если знать, что Ольга Чехова была немкой. А про фрицев и Достоевского в следующем видео.